Так, Мулька съездила в магазин на последнюю Давай пенсию. я пакет. Давай. На последнюю. Я взяла, чтобы меня не расчитывали. Копеюшки пенсии. Копеюшки. Взяла. Да еще продукты. Ну, оставшиеся деньги. Так, ладно, начинаем. Дела хлебушек. Там у нас есть где? Ну еще взяла. Хлеб. Пожаром пшеничный. Это конфетки. Так, подожди, не спеши. Он не спеши. Да. Короче, вот такие конфетки, 299 рублей за килограмм. Да, они все подошли. Сладкие. Бисочки, так. Масло. Дальше. Масла уже нету. Такие масло две пачки. Сюда. Вот взяла вот такую селедочку, тихоокеанскую, жирную. Что-то мне так захотелось. Сельдь. Вот такая Доброфлот. Не было раньше у нас таких. Завезли. 195 рублей баночка, 580 грамм. Так, вот такую пасту взяла, но это на стрепушку, а что танится. Паста шоколадная, ореховой пастой горохом. Не мама поможет смякать. Так, кашу перловую взяла и гречневую. Не до супчик, возьми, я там есть. Так, каша перловая, но это дешевая, да, вот эти? Да, конечно, 47 рублей. 47 рублей баночка. Конечно, без мяса, тут этот жир. Каша гречневая, говядина. Дальше. Вот взяла эти перцы, хочу нафаршировать перчика. Посмотрим, почем болгарцы у нас. 99 рублей 90 копеек. Здесь на 89 рублей. Да. Две помидорки взяла. Две помидорки. Помидоры у нас тоже по 99,90. Так. Творожок это тоже, может, подтепать что-нибудь. Я вот такой беру, он обезжиренный. И он прямо такая мелкая-мелкая у него. Там не надо ни это. Это на трепушку сметана. Трепушка, мне, сметанка есть, но... порошковая. Нет, так. Она хорошая. Хорошая? Порошковая. Дальше. Порошковую я не хочу брать. Я хочу более-менее такого. Потому что здесь домашняя сметана. Да сейчас домашняя сметана. Они почему-то... Ну, коровы, они очень не дают молоко. Они едят вот это вот. Какое-то. Все равно у них... Почему-то осенью молоко горчит. Давай, давай. Так, давай, давай. О, открылось. Зеленуха взяла. Так, зеленуха обыкновенная. Да. Зеленая. Укропчик 100 грамм. Дальше. А лаваш. Делаем капусту. Лаваш армянский. Это есть капуста свежая. Так, все есть, и я. Мягкий. С органи. Две пачки трехи еще взяла. Сав момент дрожжи, кстати, ну, неплохие дрожжи. Осталось, да. Грудочку взяла. Куриная грудка. Это, почем не помнишь? За килограмм вообще у нас стоит грудинка. Сколько же она стоит? Я не помню. Ну что-то около 300 рублей. Ну не дешевая. Ага. Так, молочка. Мне он то молочко стало. Молочко вот такое. Я просто квашку вытащила. Дальше. Вот такие взяла беляшек. Тут лежат в морозильце. Господи. О, беляши вот такие. Я не видел еще. Да, они так почему-то любите. Раз так подогрел. Так, а что производить? Вообще не вижу. Я тут мелкое. Вообще. Так, дальше. Яблочки. Яблочки по 69,90. Да. Вот такие яблочки. Ой. Так, это я завязала на два угла, чтобы у меня там не так все. Ветер на улице. Ветер, да, на улице. Это ветер холодный. В общем, не знаю, короче, придется рвать. Рви. Ну, ногтей-то у меня нет. Что это рви? Яш. Давай, давай. Котомка, о, видите, как и пакетик сохранится под мусор. Дальше. Ох ты. Ну, мне же мало там кусочки. Вот такой сыр Гауда. Почем, дорогой? Ой, что-то... То ли 699 рублей. Короче, 700 рублей килограмм вот такой сыр. Дальше. Да, вот такой вот это... Да, это для мяска вот это сидела. Для мясных блюд 55 грамм.
Дальше. Пучок взяла еще такой. Тут уже карри. Угу. Это пустрый. Карри 25 так, рублей. Вот такие взяла ребрышки. Они вроде бы с мяском. И потом в рукаве. Это бумажки идет еще. Это свиные ребра, да? Ребрышки. Почем? 259 рублей за килограмм. Вот такие свиные ребра 259 да, рублей за килограмм. Там одни были по 150, но не такие сильные, как голые. Дальше. Короче, фарфор взяла я по 400 рублей. Наверное. Смешанный, короче, да? Да, потому что я хочу идти на фаршировать. Это смешанный фарш, да, идет там свинина, да, говядина? Да, смешанный фарш. Потом, если что останется, я, конечно, сына что-нибудь. Но это взяла говядину. Короче, выбора не было. Говядины. Ага. Все, вся говядина вот такая, вся на косточке. Ну здесь вот что можно в это вырезать. Вот. Говядина рождённая. Да. И вот здесь кусочек. Вот можно вырезать остальное мясо. И почем вот это удовольствие у нас вытянуло? Это удовольствие у нас по 599 рублей. 600 рублей за килограмм, да, говядины. Вот это я отдала вот за это счастье. 2049 рублей. А вот еще. Вот это. Банка обнимает 2049 рублей. В руках держит. И все по чекам. В принципе, да. Она ездила сама. Вот а такие, это вот счастье. Вот такие покупочки. 13 рублей она мне в карточке питала. Короче, на 1900. Вот это 13, на, ну, там, вот да. Это на 1900, а вот это на 2044 рубля. 240, итого здесь у нас 4000, и считать, если такси, да. Итого 7000, ой, итого 4000 рублей. Так, ну все. Ну да, поболее. Ладно, с вами были мы. Всем пока-пока. Подписывайтесь маме на канал. Все, рецепты мудрой мамы. Всем пока-пока. Мы еще увидимся, услышимся. Пока-пока, мама. Пока-пока-пока. Пока-пока. Готовить все равно будем.